Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия», депутаты Мособлдумы и окружного совета приняли участие в митинге, приуроченном к 79-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Вместе с жителями Звенигорода партийцы возложили цветы городскому мемориалу славы и вечному огню. Центральная часть Западного фронта, в том числе и Звенигородское направление, была главным участником обороны Москвы осенью и зимой 1941 года.